Всем здорова, дорогие друзья! Сразу в начале ролика объявляю вам победителя на 1 миллион. Если ты тоже хочешь выиграть у меня 1 миллион, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайкосик и напиши свой комментарий, пацаны. Сегодня мы будем открывать просто кучу контейнеров за 9 миллионов. На балансе у меня 15 миллионов, почти 16. Давно не было контейнеров на моем канале, друзья. Знаю, что многие по ним соскучились. Именно поэтому я снова решил пооткрывать для вас контейнеры. Желаю вам приятного просмотра. Кто кушает, приятного аппетита. Погнали, начнем вот с этого контейнера. Сразу же думаю, я к нему подошел. Народу здесь ноль, хотя 12 часов дня как бы. И это... А, вот кто-то подъехал, пацаны. Открываю контейнер за 9.1 кк. Кстати, если что, я играю на таком проекте под названием Black Russia. Если ты тоже хочешь играть вместе со мной на этом проекте, обязательно скачивай ее по ссылочке в описании. Также регистрируюсь на моем сервере Черри, на мой ник Сергей Миронов, а также вводи мой промокод хэштег Мирон, который даст тебе много плюшек, пацаны. Короче, чекайте. Подошел фраер, фраер Лемонте, и сегодня мы будем, наверное, вместе с ним открывать контейнеры. Не знаю, ребят, короче, смотрим, что дропнулось. Да, ребята, сразу с самого начала очень плохо, я не знаю, блин. Ну ладно, могло быть на самом деле и похуже, но, ребят, ладно. Открываем следующий контейнер, пока мы уже находимся в минусе. И я прям, ну вот, очень давно не был на контейнерах. И я надеюсь, что мне выдаст какую-нибудь пушечку. Просто пушечку выдаст. Потому что реально давно я здесь не был. И думаю, контейнеры меня должны встретить с распростертыми объятиями. Так как мы уже с контейнерами одно целое. Столько серий вышло по контейнерам, пацаны, да. Фух, смотрим, что выпадет здесь у нас. 6, 5, 4. Сегодня, кстати, еще попробуем с анимкой. 14 лямов уже осталось, очень плохо. Давайте смотрим. Оу май. Ну блин. Ну за что так со мной? Капец, минус 4 ляма. У нас остается просто 10 лямов, пацаны. Просто 10 лямов, почти 11. Это очень плохо, пацаны. Давайте подойдем к этому контейнеру. Его откроем. И откроем его через анимку. Обязательно через анимку откроем этот конт. Так, получается, смотрите, сразу пишу аним. И на 4 секунде, ребята, включаем 4 анимку, друзья. И я думаю, все будет вообще четенько. Будет все четенько. Ждем. Ждем 5 секунд. Ох, я не знаю, ребят, ну пожалуйста, господи. Просто последние бабосы, которые накопил за 2 дня. И как бы будет очень обидно их слить, потому что... Я тупой. Я забыл включить анимку. Включил на последней секунде. Что там? ГТР, серьезно? Боже, просто. Просто я в шоке, пацаны. Нам даже не хватает, по-моему, еще на один контейнер за 9 лямов. Это просто жопа, пацаны. Я его еще и забрать не могу. Вообще. Ах. Возможно, еще на один хватит, не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас мы все узнаем с вами, друзья, хватает ли нам на еще один контейнер, по сути, не должно. Да, не хватит, пацаны. В общем, пацаны, вот, пришлось мне перевести, короче, донат рубли, чтобы открыть еще один контейнер за 9.1 кк, и это будет полный провал, если здесь вообще ничего нету, а ролик всего лишь идет 3 минуты. Как слить за 3 минуты просто, пацаны, 15 лямов? Учитесь, вы можете этому научиться на канале Мирона, как бы все очень просто. Ну вот, да, ребят. Учитесь, ребята, пока Мирон снимает ролики про контейнеры, как быстро сливать бабосы. Не, на самом деле, ребят, учитесь на моих ошибках, не ходите на контейнеры на 15 миллионов, вообще ни на какие бабки не ходите, потому что реально, ну, это очень жалко будет, прям, ну, максимально жалко. Так, все, анимка на 4 секунде. Пожалуйста. Ну, по Геттер, серьезно. Господи, что происходит? Короче, ждем начала контейнеров, они будут в 30 минут. И там уже пооткрываем, получается, какие-нибудь другие контейнеришки. Вот, ждем, пацаны. Итак, пацаны, уже начались официальные контейнеры в 30 минут. И сейчас я буду открывать вот этот контейнер за 2.2 кк. Короче, ребята, за... Это Германия.
Я не знаю, обычно она что-то даже и дропает, но не в моем случае, я думаю, потому что на контейнерах не везет последнее время. Вот, давайте посмотрим. Возможно, время неудачное выбрал, возможно, еще что-нибудь. Что тут выпадет у нас? Оу, ну это, кстати, окуп. Это окуп, да, пацаны, за 4 лямба, по-моему, бэха. Это найс. Это найс, пацаны. Но я при этом слил много бабок уже. Поэтому, как бы, пацаны, да. Такое себе. Это за 900 лямов у нас. Давайте я за него лям поставлю, ребята, не знаю. Мало я раньше таких контейнеров открывал, но, возможно, вам интересно, что вообще дропается вот с этих контейнеров. Поэтому, пацаны, давайте. Sorry, man, но я перебью. Прости меня, пожалуйста, просто ради ролика. Так бы я не стал, наверное, перебивать. Хотя, не знаю, я во время ролика мало на контейнере бываю вообще, в принципе. Давайте попробуем еще одну Германию открыть. 2, 4, 4, 4, 4, 4. Вот так вот. А, перебили уже. Окей, я не буду его трогать. Кстати, давайте откроем контейнер еще один за 9 лямов. Давайте, хорошо. Я готов рискнуть. Давайте. Мне хватает на контейнер за 9,1 кака, поэтому мы его прямо сейчас вместе с вами откроем. Так откроем не просто, а еще и с анимочкой. Откроем контейнер еще и с анимкой, пацаны. Ай, не знаю, что из этого выйдет. Пожалуйста, отдай мои бабосики. Мои бабосики — это мои бабосики. Мои бабосики — не твои бабосики. Поэтому отдай мои бабосы, блин. Давайте. Остается 4 секунды. Я ставлю анимку на 4 секунде. И смотрим, пацаны, что нам здесь выпадет. Выпадает, да, пацаны, отлично, это окуп, отлично, ребята, я просто рад. Просто шок, пацаны, шок-контент подъехал. Нормально. Просто отлично. Я могу открыть еще один контейнер за 9 лямов, пацаны, видите, как все у нас подворачивается. Вот так вот, ребята, вот так вот. Смотрите, ребят, я говорю... Могут выдать, могут не выдать. И, пацаны, нужно просто ждать, терпеть и вот эту всю муку, через которую мы проходим. Вы проходите вместе со мной. И это вообще просто жопа. Просто жопа. Так, итого на балансе у меня уже почти 12 миллионов. Вернули мы с 7, то бишь мы подняли 5 миллионов. И, кстати, это очень даже неплохо. Не забываем про анимку на 4 секунде. На 4 секунде не забываем про анимочку. И, оу, ну, блин, почти окуп, хорошо, ладно, мы не расстраиваемся, ребята, ни в коем случае не сдаемся, потому что, ребята, я уверен, что будет все красиво. Так, 8,1, минус лям, хорошо, мы в минусе сейчас, грубо говоря, на 5 лямов. Это, конечно, очень обидно. И тут у нас прям в рядочек идут 3 контейнера по 9 миллионов, пацаны. И надеюсь, мы сможем открыть все 3. Если мы откроем все 3, это будет просто божественно, я считаю. А если еще и окуп, как бы, да. Будет вообще просто замечательно, дорогие друзья. О, смотрим, друзья, тут за меня уже болеют. Смотрят, говорят, что я их любимый ютубер. Ламба, пацаны. Да, действительно, не хватает ламбы. Нужно ламбу нам. Давай ламборгини. Ламборгини мне на руки прямо. Забираю себе. Нет, не забираю себе, но все же. Смотри, 3, 2, 1. Геттер. Понятно. ГТР. Опять мы вернулись к нашему балансу. Отойди, пожалуйста. Ну, отойди. Зачем так, блин? Ладно. Да, хорошо. Мы вернулись, получается, к нашему первоначальному балансу. Не сможем мы открыть больше контейнер за 9 лямов, судя по всему, потому что не дойдет или дойдет? Не дойдет, да? Не дойдет. Короче, идем тогда искать другие контейнеры быстро, друзья. Вот такие бывают и взлеты, как говорится, и падения бывают, все бывает, и как бы да. Идем дальше, пацаны, идем дальше, смотрим, какие у нас есть контейнеры. Я бы открыл на самом деле контейнер с одеждой. Контейнер с одеждой — это топ. Контейнер с одежды — это very good. Но что-то, судя по всему, нету. Нету контейнеров. Вообще, где за 2 ляма контейнеры? Где мои любимые контейнера? Где они? Блин, почему этот не за 4, а за 9? Странно. Давайте откроем какую-нибудь Германию, может быть, еще раз. Нам на ней уже повезло один разочек. Возможно, еще раз повезет. Но что-то я не вижу... А, вот, смотрите, какой-то контейнер тут есть.
Это у нас что за конт? Это у нас что за конт? Вот, давайте. 2, 4. 54, 0. Не знаю, зачем именно так, но ладно. Давайте еще посмотрим. Так, здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Ну, там навряд ли уже перебьют. За 2,5, я думаю, не будут ставить. Поэтому побежим еще пока посмотрим подальше. Отбежим, посмотрим, что за конт-то у нас тут. А еще... Ну, короче, погнали. Давайте смотреть, что нам выпадет с того контейнера. Ну, ребята, я думаю, уже ну не на что рассчитывать. Почему нет контейнера за 4 ляма? Я очень хочу его открыть. Смотрим, дорогие друзья, что нам здесь выпадает. И здесь у нас Infinity. Ну, кстати, кстати... Ну, кстати, пойдет. Почему нет? Нормально. Все равно же оку, пацаны. Это хорошо. 2,8. Поставили 2,4. Хорошо. На 400 косарей окуп. Ну, тоже оку, пацаны. Это главное. Главное, что не слив. А, идем дальше. Где за 4 ляма конты я хочу открыть за 4,5 одежду? Не вижу вообще. Где он? Где мой любимый хонт? А, во-во-во, смотрите, что тут. Опа, Германия, забираю. Моя Германия, это 100%. 9 лям, блин. Давайте сразу 2,2 кк поставлю. Блин, пацаны, блин, мне немножко не хватало до контейнера за 9,1 кк. Это на самом деле обидно сейчас. Это максимально сейчас обидно. Хотя я мог взять, наверное, с фамы или с бизнеса. Ладно, ладно, если здесь окуп в Германии, пацаны, просто молимся, чтобы здесь был окуп. Давайте я даже подрублю анимку на 4 секунде. Специально, чтобы здесь был окуп и открыть еще один контейнер за 9,1 кк. И уйти отсюда с плюсом, давайте. Камри 3,5. Это, по-моему, нет, это, по-моему, не окуп. Блин, вот это, конечно, да. 2,1. Блин, капец, пацаны, нужно намутить на контейнер. Блин, тут за 4,5 я уже... Я не буду перебивать этого человека просто, как бы, ладно. Ай, чуть-чуть не хватает. Давайте, короче, сейчас, пацаны, знаете, что я сделаю? Через донат. Так, донат. Донат, донат, донат. И переведу 100 рублей. 100 рублей на 100 тысяч. И все, и нам хватает на контейнер за 9,1 кака, пацаны. Открываем кон за 9,1. Еще один контейнер за 9,1. А, зачем? Блин, а. Ладно, хорошо. Открываем вот этот конт. Потом открываем за 4,5 одежду. Давайте, пацаны, погнали. Сжимаем кулачки. О, это, походу, самая длинная серия будет по контейнерам, но в то же время денег-то не так уж и много, как в предыдущих сериях. Это странно, ролик уже идет 13 минут, грубо говоря, а как бы, ну, ладно. Забейте. 16, 15. 14, 13, 12, 11. Не забываем подрубать анимку на 4 секунде. Давайте на 3 секунде, потому что чувствую, что сейчас нужно на 3 секунде подрубить. Подрубаем анимку на 3 секунде. 1 секунда остается и... Мод. Мод. Мотоцикл. Мотосайкл. Такое себе. Нужно ждать. Короче, пацаны, по итогу этого ролика, как бы, не очень у нас все хорошо вышло. Это, конечно, обидно, да? Вот, но ничего, ребята, давайте соберем 200 лайкосиков, и я сразу же делаю следующую часть по контейнеру. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.